Ися, у тебя совесть есть? Нет у тебя совести. Ты живешь как хан, спишь на хозяйской кровати, кушаешь все, что хочешь, самое лучшее у тебя. Еда, одежда у тебя, постель у тебя. Что тебе не хватает? Ты решил еще раз пописать, пойти на яблоки. Не хватало этого еще. Мало ты что, срешь ванную, срешь у меня в спальне на моем коврике. Не надо мне глаза закрывать. Открывайте глаза. Стыдно тебе, да? Не надо закрывать глаза. Дожили. Прямо смотри мне в глаза. Прямо я тебе сказала. Дожили. Подъезд ты. Выкину я тебя. Вот папа сказал, что тебя выкинет через окно, через пятый этаж. Полетишь ты, как птичка. Понял меня? На яблоки, на яблоки. Первый, последний раз. Я тебя предупреждаю. Не закрывай глаза, прямо смотри мне в лицо. Смотри мне в лицо, подлец. На меня не смотри.